Типа там сейчас какие-то фишуры, меня разъебут, не хочется. Короче, ребят, сори, рассказываю, что произошло. Приходит хозяйка квартиры, типа там по одному вопросу. Все вроде собирается уходить, видишь, что я ей говорю, я уезжаю там в Америку, я давайте вам заплачу потом за квартиру там в июле или до. Она говорит, а чем ты занимаешься? Я говорю, играю в компьютерные игры. И она вот это, знаешь, садится и 10 минут со мной начинает, а что? А ты моего сына не устроишь там на работу? Ну что, ты сына устроишь? Ну, я не знаю, я с Филатом поговорю по этому поводу. А, Иван, а можно я своего сына? Иван, а можно меня устроить? Иван, а это там сколько мест? У меня тут брат подрастает 7 лет, парни. На Салладер, пожалуйста.